Тепленькое не пойдет, из-за чего в Омской области сорвано начало отопительного сезона. В ожидании конца света из-за аварий на изношенных сетях омичи могут остаться без электричества. Красивые политические фигуры, откровенные фото кандидаток в депутаты, которые не помогли попасть в парламент. Со стаканом по дорогам мы проверили, насколько качественно отремонтировали омские улицы. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20 и в 23:30.